И не важно, что последний выпуск «Писем ненависти» вышел почти 4 месяца назад. Как видите, с тех пор в комментариях мало что изменилось. Сергей Литвин, например, считает, что человек, отрицающий то, чего нет, является психически больным, явно намекая на то, что у атеистов, не признающих богов, не все в порядке с головой. А как, в свою очередь, назвать тех, кто не в состоянии предъявить доказательства того, что их вера не является заблуждением, но при этом продолжающих заявлять о существовании того, чего в действительности нет? Атеизм – термин, противоположный теизму, религиозному представлению о Боге, который является разумным существом и управляет миром. Атеист – человек, который на основе анализа объективных данных пришел к выводу, что никаких богов и сверхъестественных сил не существует. Это человек, в жизни которого нет места ни вере, ни религии. И в принципе на этом можно было бы остановиться, поставить точку, если бы не верующие, которые всеми возможными способами пытаются навязать свою веру другим, свято убежденные в том, что их миссия на Земле – спасти как можно больше людей. Так что атеизм сродни ответной реакции на подобное навязчивое поведение людей, в чьей жизни вера в Бога занимает центральное место. Очень надеюсь на то, что верующие не скатятся до каверзных вопросов вроде «если Бога нет, то в кого не верят атеисты?». В таком случае придется выяснять, если Бог есть, то почему верующие называют себя верующими, а не, скажем, знающими. А вот комментарий Максима – это попытка представить атеистов невеждами, малочитающими и ничем не интересующимися. Отсюда, собственно, и их глупая позиция отрицания Бога. Однако реальность такова, что недостаточно просто иметь голову, нужно еще уметь ею пользоваться, то есть думать. Точно так же, как можно обладать энциклопедическими знаниями, но при этом не уметь их применять, и как результат – не разбираться в элементарных вещах. Что же касается тезиса «верующие постоянно сомневаются, но верят», то он звучит примерно как «люди, которые делают вид, что знают что-то о Боге, хотя на самом деле ничего не знают, иногда сомневаются в том, что они что-то знают, но несмотря на эти сомнения, продолжают делать вид, что они обладают знаниями, хотя в действительности таковых у них нет». Автор следующего комментария крайне недоволен тем, что сам он называет «наездом на церковь». Ведь последнее – единственный оставшийся духовный и морально-нравственный ориентир. Очевидно, что речь идет о том самом духовном и морально-нравственном ориентире, представители которого не так давно клеймили последними словами своих же братьев по вере в Христа, решивших отделиться от церкви Владимира Михайловича и создать свою собственную, где никто не будет мешать им общаться с Богом. Поносили так, что от словесной эквилибристики батюшек в шоке был даже Невзоров, признавший, что ни один атеист не опустится до подобного рода риторики. В принципе, автор данного комментария продолжает славное дело своих пастырей, позволяя себе оскорблять тех, кто придерживается иной точки зрения. Наверное, нужно трижды подумать, прежде чем следовать таким морально-нравственным ориентирам. Критика религиозных взглядов, вера человека в некие высшие силы, всемогущее божество – это не оскорбление чувств. Оскорбление чувств – это когда люди, утверждающие, что они знают о Боге что-то, хотя в действительности не знают ничего, преследуют тех, кто не желает слепо верить в то, что написано в священной книге той или иной религии. Задавать вопросы – это нормально. Рассуждать на тему религии тоже нормально. Да, в чем-то можно быть правым, в чем-то заблуждаться. Но неужели Бог предпочитает думающему человеку бездумное стадо, которое будет лицемерно присмыкаться перед ним в надежде выторговать место в раю? В вере нет ничего такого, из-за чего можно было бы утверждать, что она должна получить иммунитет от критики. Вопреки желанию некоторых зрителей, явно впечатленных последними новостями о масштабах растления служителями культа несовершеннолетних, никто из божьих людей в детстве меня не растлевал. По одной простой причине. В церковь я не ходил. А вот культовые сооружения, за исключением, наверное, самых оголтелых новоделов, действительно являются историко-культурной ценностью. Их масштабностью и архитектурой можно восхищаться. Но только если не заострять внимание на том, что эти здания, по сути, памятники человеческой слабости.
Вопрос о том, что я бы сказал Богу в православном варианте в свое оправдание, если бы вдруг предстал перед ним после смерти, не совсем корректен. Лично мне не за что перед ним оправдываться. Бог не дал человеку доказательств своего существования, а вера – это не то, на что хочется тратить свою жизнь. Слепая вера слишком унизительна для человека, которого всемогущий Творец наделил разумом. И Всевышнего, похоже, действительно нет. Но зато есть люди, которые верят, что Бог существует, при этом считая, что их веру должны уважать только за то, что это вера. Я не хочу верить в Бога, который, по словам некоторых его адептов, мстит людям за то, что те не хотят слепо верить в его существование. Существование того самого Бога, чьи последователи от бессилия и злобы пугают атеистов самыми ужасными и изощренными карами, который только может породить людское воображение. В этом плане верующие напоминают маленького ребенка, прикрывающегося старшим братом, который придет и обязательно проучит обидчиков. Мне кажется, давно уже пора выйти из этого возраста, где старшего брата заменяет некое могущественное создание, придуманное самим человеком. И как я должен относиться к Богу, последователи которого радуются тому, что человек обрел слепую веру в Создателя после того, как тот подверг его мучениям и страданиям? Отвечая на вопрос, не боится ли он гнева Божьего, философ Бертран Рассел отвечал: «Разумеется, нет. Я также отрицаю существование Зевса, Юпитера, Одина и Брахмы, но это не причиняет мне никакого беспокойства. Как я вижу, довольно большая часть человечества не верит в Бога и при этом не подвергается никаким карам. А если бы Бог существовал, вряд ли он был бы столь тщеславен, чтобы обижаться на тех, кто сомневается в его существовании». А сейчас я хотел бы разобрать комментарий, который был оставлен к 181-му выпуску атеистического дайджеста. Речь шла о православном протоиерее Вячеславе Баскакове, который хвастался в социальных сетях своими походами по ресторанам, туфлями от Гуччи стоимостью 595 евро и сумкой Луи Вьюитон за 84,5 тысячи рублей. Один из зрителей, подписавшийся как Дмитрий, решил отчитать меня за то, что я, по его мнению, лезу в те дела, которые меня как атеиста совершенно не касаются. Дескать, в церковь меня никто насильно не тащит. Я, вероятно, должен быть благодарен за этот погроб жизни. Но это еще не все. Как полагает Дмитрий, верующие сами разберутся, к какому батюшке им идти. И вообще в чужом монастыре со своими правилами делать нечего. По части того, что верующие имеют право выбирать себе пастыря и не атеистам диктовать им, что и как делать, все верно. С этим я не стану спорить. Но вот с остальным согласиться не могу. Про монастырский устав уместно говорить только сидя за церковной оградой. Но на деле получается так, что служители культа не только благополучно преодолели это препятствие, но и, свесив ноги, неплохо устроились в государственных учреждениях. И теперь рассказывают о том, что атеисты навязывают им свои правила. Существует одна из форм деятельности религиозных организаций, которая называется миссионерство. Оно предполагает активную проповедь среди представителей других религиозных учений и неверующих. Другими словами, объектом интереса миссионеров являются в том числе безбожники. Именно верующий приходит к атеисту со своим уставом. Не атеист всеми правдами и неправдами пробивается в духовную семинарию, чтобы там читать лекции о религиоведении и эволюции, а совсем наоборот. Верующий идет в светские школы с проповедью религиозных идей. Свое видение ситуации вокруг любящего роскошь батюшки я изложил в том самом видео. А сказал я тогда, что меня как атеиста нисколько не заботит личная жизнь и моральный облик протоиерея Баскакова и вообще любого другого служителя культа. Не заботит ровно до тех пор, пока такой вот самопровозглашенный представитель Всевышнего не начнет рассказывать о том, что проповедуемое им учение является непреложной истиной. Пока батюшка не станет вести беседы о необходимости соблюдения Божьих заповедей и наставлений, изложенных в священных текстах, но при этом сам будет допускать их грубое нарушение. Пока священник не решит убеждать меня в моральном превосходстве верующих над атеистами. Вот, к примеру, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан рассказывает о том, что без веры народ – это всего лишь толпа.
Вероятно, неуправляемая толпа, забыл уточнить служитель культа. У нас как-то живут атеистическим ресурсом. Хотелось бы пробудить от спячки православных людей. Без веры у нас нет твердой основы в государстве и нашем национальном сознании. Стержень должен быть, уверен Феофан. Другими словами, митрополит понятия не имеет, как люди выживают в этом мире без веры в Бога. Но у них худо-бедно это получается. Криво, но получается. И так, вероятно, по мнению служителя культа, быть не должно. Это ненормально. Что можно расценить как очередную неуклюжую попытку продемонстрировать превосходство религиозной веры, исходя из собственных представлений о том, как живется атеистом без еженедельных посещений церкви и общения с воображаемым существом из религиозных мифов. Церковь – это все ее прихожане, в том числе и батюшки. Так по ком судить о религиозной организации, если не по ее членам, которые Божьи заповеди чаще всего исполняют только на словах, а не на деле? Если священники сами не в состоянии следовать Божьим заветам, то почему мы должны прислушиваться к их словам? Вот только мне не стыдно за свои поступки, поскольку я не только никого не убивал, ни у кого не крал и никого не насиловал, но и не учу морали и нравственности других, потому что не имею на это права. А служители культа думают, что имеют, так как верят, что их священная книга и ее содержание превыше всего. Никто из нас не святой, но и бросаться голословными обвинениями не очень-то прилично. Та информация, которую я озвучиваю в своих видео, это факты. И если кому-то не нравится то, каким образом я их комментирую, могу порекомендовать лишь одно – не обращать внимания и продолжать жить в своем фантазийном мире. Но при этом не лезть к другим со своей точки зрения, если вы не готовы или не хотите слушать окружающих. Преступления совершают как атеисты, так и люди, верящие в Бога. И если между ними нет принципиальной разницы, то какой смысл в вере, если она не ограждает от совершения аморальных поступков, а, пожалуй, единственное, что дает человеку – надежду на посмертное существование? Человек должен мечтать, чтобы видеть смысл жизни. Эту фразу приписывают самому Вольтеру, который очень много знал о вере. Гораздо больше, нежели большинство из нынешних верующих.